Газпром. Первая квартира и удача. Дверь гостеприимно распахнулась. Владимир Доброскоков к проверке газового оборудования всегда относится ответственно. В абонентской карточке каждый год появляется отметка о прохождении технической проверки. На техобслуживание газовой плиты я соглашаюсь каждый год, так как это мера необходимая, и я понимаю, что газовое оборудование должно проверяться своевременно, и при малейших неисправностях надо всегда сообщать в газовую службу. Поэтому я всегда пускаю и всегда соглашаюсь с этими требованиями. На проверку одной квартиры у специалистов в среднем уходит около 30 минут. Для каждого собственника проводят инструктаж по безопасному использованию газа. Визуально осматривают оборудование, вентиляцию. Специальным прибором проверяют утечку газа. Производят разборку и сборку плиты. В квартире Владимира нарушений или неполадок в работе оборудования не выявлено. Несмотря на то, что жильцов заранее информировали о предстоящей проверке, некоторые оповещения все же проигнорировали. Вот тут у нас с 13 года не проходит. Никак не попасть не может. Каждому, кто не открыл сегодня дверь или кого просто не было дома, сотрудники оставили уведомительные записки с номером телефона. Вызвать специалистов можно в любой удобный для себя день, даже в выходной. Однако далеко не все пользуются этой услугой. Но если взять в учет многоквартирные дома, процент отказов где-то порядка 40%. По частному сектору процент отказа, конечно, больше. Первая причина, да, это то, что взимается плата за указанные работы, но с 1 января наша компания, то есть мы не берем, так скажем, деньги по факту выполнения работ, выписывается квитанция, и абонент уже потом посредством либо Почты России, либо через Сбербанк, другие платежные системы вносит денежные средства за оказанную услугу. На сегодня сотрудники только этой проверяющей компании выполнили практически 40% от январского плана. Как отмечают специалисты, в связи с трагическими событиями в Магнитогорске, вичане более ответственно начали подходить к проверке газового оборудования. Однако злостные нарушители есть всегда. Газовая служба, откройте, пожалуйста. Выход дома. Мы сейчас записочку оставим, потом заберете, передайте. К сожалению, воздействовать на несознательных собственников жилья административными мерами сегодня невозможно. Данный вопрос уже активно обсуждается на законодательном уровне. А пока единственной надеждой на безопасность остается надежда на добросовестность соседей и понимание, что газ – это тот случай, когда из-за одной квартиры может пострадать весь дом. Кристина Мелехова, Сергей Дровских. Будни.